А вид с балкона девятиэтажки из Майами, в которых нормально пахнет в подъездах, вот такой вот. На самом деле квартиру в Майами можно купить, я уже рассказывал о том, что можно купить за 150 тысяч долларов. Мы в Марко Поло по 100 тысяч долларов покупали квартиру. Так что не думайте, что здесь очень дорого. И спокойно вы можете сдавать ее в аренду, жить сами. Уже можно в кредит квартиру взять. Всегда востребовано жилье. Я вам скажу так, что вот поговорите с любым риэлтором майамским. Если вы адекватную цену ставите на аренду, квартира будет сдана за 1-2 недели, вы ее сдадите. Здесь нет такого, как в России, когда купил инвестор, а потом не может ее сдать год. Здесь рынок всегда имеет спрос и предложение. Страна стабильна, экономика на взлете американская, поэтому инвестируйте в американскую недвижимость, это очень выгодно. Напоминаю, наш телефон +1 347 265 61 86. Вайбер, WhatsApp, пишите, спрашивайте, задавайте вопросы.